Врачи спешат на помощь. Мобильная бригада Республиканского реабилитационного центра для детей провела в Шумерле выездной прием. Психолог, невролог, педиатр и социальный педагог. Так выглядел состав мобильной бригады на этот раз. Второй год сотрудники реабилитационного центра для детей выезжают в район Чувашии. Шумерли – 9-я по счету точка. Консультации получили уже несколько десятков детей с особенностями здоровья. Мобильная бригада – очень важное направление нашей работы, поскольку она позволяет оказать социальную помощь и социальные услуги семьям непосредственно по месту жительства. И, конечно, это направление нашей работы очень важное и нужное и будет, конечно, развиваться и продолжаться. Наша мобильная бригада обслуживает семьи, воспитывающих детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями до 3 лет, которые проживают в городе Чебоксары и в районах Чувашской республики. У Жени Маркова серьезное заболевание. Мальчик с родителями уже проходил реабилитацию в центре. И вот очередная консультация. Ребенку надо проверять. Мы были вот в реабилитационном центре в октябре месяце. Нам там все понравилось. Ему тоже понравилось. Гидромассаж ему так сильно понравилось. Бегом бегал. Ну, ЛФК прошли там, физкабинеты. Эта мобильная бригада нам приезжает не в первый раз. Они приезжали летом 2017 года. И тем родителям, которых они обследовали, оказали свои услуги, очень понравилось. И сегодня они тоже в таком же широком составе приехали и помогли нашим родителям и детям-инвалидам получить весь комплекс социальных услуг, которые им требуются. Мобильная бригада планирует и дальше выезжать в районы республики. Следующая точка – Козловка. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Сергей Адышкин. Республика.